В актовом зале регионального УМВД ветераны и действующие стражи порядка. Повод для общего собрания особый – 60-летие со дня образования органов предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел. Идея создания подразделения, по сути, принадлежит Петру Первому, так называемые майорские канцелярии, которые специализировались на расследовании наиболее опасных преступлений, появились еще в начале 18 века. Я думаю, не открою никакой тут тайны, и все подразделения, весь личный состав понимает и знает, что это даже, наверное, не элитное, а элитарное подразделение по многим моментам. Это вершина деятельности практически всей системы управления. Следователь – это научная работа. Если вот говорить «следователь», а вот прибавить две буковки «ИС», и называться «следователь». Мы исследовали. Исследовали мы чего? Мы судьбы исследуем человека, судьбы исследуем его жизненные пути, судьбы исследуем его знакомых, приятель, все-все. И все выясняем, почему совершилось данное преступление. Торжество по случаю 60-летия органов предварительного следствия в системе МВД завершилось награждением. Отличившимся сотрудникам вручили почетные грамоты, ведомственные медали, памятные подарки.